Четвертая серия. Глаз вопиющего в пустыне. Информация для вахтенного журнала. Местонахождение над рекой Эрдан. Солнечные данные. 2.03.1. На борту летающего домика профессор Хамфри Бамбл, капитан. Джастин Кейси, пассажир. Энджела Робертс, пассажир. Корвин Робертс, пассажир. Ваш преданный сэр, солнечный онный робот. Большая река. Как жаль, что у меня нет с собой купальника. Купальник, чтобы рыбы сошли с ума? Джастин! Я же пошутил, Энджи! Пожалуйста, без драки. Тоже у меня остряк. А у нас там дома реки грязные, загаженные. То ли дело эта река. Спасайте природу, пока не поздно. А вот там. Ух, сколько рыбы. Я хочу спуститься вниз и тоже порыбать. Не возражаете, профессор, если мы здесь перед отлетом чуть-чуть задержимся, а? Вам пора в школу, учительница, небось, скучает. Мы скажем, что были на экскурсии. Мне тоже здесь очень нравится. Ну что ж, нажму кнопку приземления. Ай! Сработало! Корки. Энджи, вот моя рука, хватайся. Я совсем не умею плавать. Извини, пожалуйста, я тоже не умею. А-а-а! Вы должны выплыть, профессор, а то маленький братик утонет. Держись. Хватайтесь, я вас вытащу на борт. Сейчас. Хорошо. Хватайся, Корки. Да. Большое спасибо. Надеюсь, все в полном порядке? Да, спасибо. Я снова могу дышать. Сэр, что с тобой? Увы, друзья, но для меня это конец. Не надо конец цветов, только молитесь, чтобы я попал в рай для роботов. Держись, сейчас надо только вылить. Чёртова скумбрия, я вспомнил, пора обедать. Свежая информация. Летающий домик поврежден при посадке. Пострадавших нет. Домик доставлен на берег для ремонта. Пассажиры и экипаж подружились с местным жителем по имени Аф. Они готовы. Спасибо. Жареные. Аппетитные. Сказать правду, они просто прелестны. И Аф, ты прекрасен был, когда спасал нас. И еще ты отличный повар. Большое спасибо. Да ну чего там? Вот, хотите еще? Конечно. Да, спасибо. Сюда! Сюда! Этот человек пошел к реке. Только мне опоздать. Куда они спешат? Они кого-то ищут. У реки Иордан появился человек, про которого говорят, что он пророк. Пророк? Да, притом многие думают, а вдруг это сам Мессия? Мессия значит спаситель? Да. Пойдем посмотрим на него. Не уходи один, я с тобой. Меня подождите! Пойду-ка я с ними. Постойте! Постойте! Пойду-ка я с ними. А эта рыба пропадет. А я рад, что остался. Я глаз вопиющего в пустыне. Я прокладываю Господу путь. Невозможно избежать суда Божьего. Его секира срубает всякое дерево, не приносящее добрые плоды. Близится Царство Небесное. Покайтесь в грехах ваших перед Господом. Может быть, ты, Мессия, единосущный Сын Божий? Я нет. Я Иоанн Предтеча. Я прокладываю путь тому, кто могущественнее меня. Я не достоин даже развязать ремень на обуви его. Я каюсь. Хорошо.
Тогда я окрещу тебя в реке Иордан, чтобы приготовить тебя к Царству Небесному. О, спасибо, Иоанн. Все, кто покаялся в грехах своих, креститесь. Прости нам прегрешения наши. Эй, вы, ребятки, вы тоже хотите попасть в рай? Конечно. Да, я тоже хочу. И я, ладно. А что надо сделать, чтобы попасть в рай? Сознаться в своих грехах и покаяться. Но если хочешь в рай, надо покаяться искренне. Быть искренним? Угу. Искренне покаяться. Так, посмотрим, какие у меня грехи. Если честно, Энджи, однажды я съел твои леденцы и теперь каюсь. Ты их съел? Да, но мне помогал Корки. Корки! Прости, зато Джастин не знает, что ты сломал его теннисную ракетку. Ах так? Скверно! Ты маленький ябеда, я вымою тебе рот с мылом. Хватит драться, дети, будет вам стоп. Не твое дело, Лоид, да ты раздавишь меня, дурак. Не смей меня оскорблять. Какие ты грубиян. Исчезни. Ты дура. Как? А ты знаешь, кто ты? Не трогай маленьких. Вам всем нужна хорошая трёпка. Нет, ну попадись мне только, ой, пусти меня. Больно, ну хватит. Ой. Боюсь, здесь есть люди, еще не готовые войти в Царство Небесное. Черт, у меня все лицо исцарапано. У меня больно. Что же делать, Иоанн? Это должно помочь. Что это? Это мазь из листьев. Помогает от царапин. Попробуй. Раскаяние не привело нас в рай, зато привело к беде. Мы где-то ошиблись. Ха, смотрите на Энджи. Смотрите на Корки. Смотрите на Сэра. Джастин похож на клоуна. Слышите? Дядя Енох играет. Дядя Енох! Да? Привет, Иоф! Это мои друзья. Можно зайти к тебе? Ну, конечно. Вы слыхали про Ноев ковчег? Ной построил себе корабль, когда был потоп. Енох – его наследник. Он главный кораблестроитель Израиля. Иоф – мой главный помощник. Ты тоже учишься строить корабли? Мой отец был рыбаком. Он утонул во время бури. Господи! И вот когда-нибудь я хочу сам построить корабль, такой прочный, чтобы он никогда не тонул. А и тогда Иоф хочет поплыть в далекие края. Я буду плыть на этом корабле, пока море не кончится. Еще никто и не доплывал до конца океана. А я хочу быть первым, кто увидит край земли. Но ведь это невозможно, земля-то круглая. Он этого не знает. Ведь на тот момент Колумб еще не открыл, что земля круглая. Ах, да. А когда мне это удастся, я, может быть, найду дорогу в рай и увижу отца. Да-да, ты точно сможешь. Такой парень. Спасибо, что позвали нас на ужин, дядя Енох. Редкое гостеприимство. Мне очень приятно быть с вами. Одному скучно. Знаете что? Очень вкусный хлеб. И суп очень вкусный. А теперь хотите послушать музыку? Да. Можно еще хлебушка? Джастин. Жаль, что профессор Бамбл не слышит эту музыку. Он чинит машину времени. Кто-то говорит обо мне. Thank you.
Какие звезды! Красивые! Смотрите, звезда падает! Она убегает! Падает в направлении Назарета. Куда, куда? В город Назарет. Это в котором жил Иисус? Да. Мы его там встретили. Мне Иисус понравился. Хочу с ним еще раз встретиться. И я тоже. И я тоже. Свежая информация. Параметры 2.03.2. Местонахождение город Назарет. Дом Иисуса Галилеянина и его матери Марии. Иисусу сейчас 30 лет. Пришло время выйти мне к миру и проповедовать благую весть о Царстве Божьем. Я должен служить делу отца моего. А? Мама! Мама, я должен... Все в порядке, Иисус. Я знаю, о чем ты. Да? Я всегда знала, что однажды ты покинешь меня. Время пришло. Пойми, мама, я должен это сделать. Давным-давно ангел сказал твоему отцу, чтобы назвал тебя Иисусом, ибо ты должен спасти грешных людей. Если бы твой отец был жив, он, как и я, гордился бы тобой. Я люблю тебя, мама. Иисус, сын мой, прощай. Солнечные данные 2.04.3. Иисус держит путь к реке Иордан. Задача креститься у Иоанна Крестителя. Ура, ты справился. Да, но что я должен делать дальше, Иоав? Смотри в оба за сетью. Угу. И держи ее крепко. Какой свежий воздух, какое ясное небо, какое солнце. Жаль, что у нас дома только дым фабричных труб. Мне жаль вас, вы обгорите на таком солнце и зажаритесь. Джастин, теперь тяни. Так, помогите, пожалуйста. Окей. Здорово, рыба. Для пикника, увы, маловато. Надо вверх по течению, там рыбы побольше. Поплыли! Ага! Здорово! Здравствуй. Все в порядке? Да. Спасибо. Зверьки не захотели играть с тобой, потому что они никаких игр не знают. Правда? Не унывай. Смотри. Это смоквы. Хочешь попробовать? Вкусные. Да, спасибо. Замечательные. Горки! 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 Где же ты? Где же ты? Его здесь нет. Корки! Ой, вон он где. Он с кем-то разговаривает. Корки! Где ты был? Мы тебя искали.
Виноват. Знаете что? Он мне дал смокву, я ее съел и не забыл сказать спасибо. Но ты молодец. Хочешь попробовать смокву? Твоему брату, кажется, понравилось. Бери, Джастин. Я как раз проголодался. Спасибо. Возьми. Спасибо, но... Ты не любишь смокву? Зря. Я ее съем, а вам ничего не останется. Да у меня столько было, что мне одному не съесть. Тогда с удовольствием. И все. Простите, мне кажется, будто мы где-то раньше встречались. Мне тоже. Правда? Я из Назарета. Меня зовут Иисус. Иисус? А? Я ищу Иоанна Крестителя. Я знаю, что он крестит людей в реке Иордан, но не знаю, где именно. А вы знаете? Мы вам покажем. Я отвезу вас на лодке. Вон, смотрите, Иоанн. Крести меня. Тебя, Иисус? Ты пришел ко мне, но это я должен креститься у тебя, мой Спаситель. Прошу, не отказывай мне. Такова воля Всевышнего. Я должен быть праведным и чистосердечным. Да будет так. Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Отныне иди в мир и спасай людей от их грехов. Отче, повинуюсь воле Твоей навеки. Иисус, куда же ты теперь? Обратно в Назарет? Иисус, куда ты идешь? Я иду в пустыню. Куда? В пустыню зачем? Дух Святой ведет меня в пустыню. Дьявол будет искушать меня, чтоб я согрешил, но я должен выдержать испытание, иначе я не смогу служить Отцу моему Небесному. Но ведь пустыня тоскливая и одинока. Там, небось, есть нечего. О, Боже! Не тревожьтесь, ибо отец мой и ангелы его не оставят меня. Пойду-ка я домой. Да? Как? Почему? Потому что, послушав Иисуса, я вспомнил, что надо строить свой корабль дальше. Чтобы уплыть на край земли? Это, наверное, все равно, что уйти в пустыню. Ха, ты права. Счастливо! До свидания! До новых встреч! До встречи! Спасибо за прогулку, за пикник! Всего доброго! А вот еще увидимся! Когда построишь свой корабль, возьми нас с собой! До свидания! До свидания! До свидания! Вы починили домик, профессор? Конечно! Ой, как вы сильно обгорели!
Зря вы так долго были на солнце. Обгорел не на шутку. Надо было слушаться, я предупреждал, что зажаритесь. Ой, что ты делаешь? Если вы будете кричать на нас, мы не будем вам помогать. Скверные вы друзья. Корки, поди сюда. Все против меня. Ты мой друг, правда, Корки? Угу. Погладь мне спину, пожалуйста. Окей. Солнечные данные 2.03.46. Капитан обгорел на солнце. Отлет перенесен. Летающий домик остается у реки Ордан. О чем задумалась? Энджи? А? Я думаю об Иисусе. Да, он ушел в пустыню. Надо же, один. Угу. Надеюсь, он здоров. Иисус! Берегись, медведей! Не обгори на солнце. Не забывай чистить зубы. Иисус, не падай духом. Будь осторожен. Скорее возвращайся. Беги себя.